Нам открыты все маршруты! С добрым утром, малыши! Сегодня вместе с Хрюшей и Антоном Зорькиным музыкальный дуэт! Алиса Брызгалова и Максим Панин. Доброе утро! Доброе утро, Антон! Привет, Хрюша! Доброе утро всем! Привет, привет! Расскажите немного о себе. Алиса, ты девочка, мы тебе уступаем первой. Меня зовут Алиса Брызгалова. Мне 9 лет. Учусь я в самой обычной школе. Так. В 3-м классе. Угу. Увлекаюсь я многим. Люблю читать, рисовать, петь, а особенно раскрашивать картины по номерам. И еще люблю танцевать. Ну а какие у тебя увлечения? Мне 9 лет. Я учусь в 4-м классе. Мои любимые занятия – это заниматься вокалом, спорт, ну и, конечно же, китайский язык. Китайский язык? Китайский? Да. Ой, а как будет с добрым утром, малыши? Да он не знает, наверное. Знаю. Ся пхэн го мэн, зао шан хао. Ой, надо запомнить. Ну а как же вокал? У вас столько увлечений. Наверное, на него вообще времени не хватает. Вокал – это главное. На него всегда есть время. Раз так, то мы ждем от вас песню! Сияют глаза, словно искры, играем мы в разные игры. И в одной мы в движении, а в другой отражение. За руку возьму тебя, обниму и скажу, что не отдам тебя никому. Важно то, что здесь между нами и сейчас, и пускай весь мир что лучшая у тебя, я подруга. Мы еще дети с тобой и не знаем забот. Каждый бежит за мечтой, в этом нам повезет. Ссоры бывают, но ты от них не беги. Лучше звони и спаси меня от тоски. За руку возьму тебя, обниму и скажу, что не отдам тебя никому. Важно то, что здесь между нами и сейчас. И пускай весь мир будет против. Будет против нас, за руку возьму тебя, обниму и скажу, что не отдам тебя никому. Важно то, что здесь между нами и сейчас. И пускай весь мир будет против нас, будет против нас. Браво, браво! Спасибо большое. Из песни я понял, что вы как бы лучшие друзья. А в жизни так же? Да. Угу. Максим, какой любимый цвет у Алисы? Красный. Так, а что любит есть на завтрак Максим? Блины. Ага. А что предпочитает Алиса? Сарафан или платье? Платье. Правильно? Правильно. Не выдала друга. Так. А какой певец нравится Максиму? Баста. Молодец, молодец. Знает о нем все. Ну а теперь срочно отвечайте на вопрос одновременно. Твой друг любит играть? Да! Я тоже! Ребята, это моя любимая игра «Папа-бол». Сейчас Антон сложит руки в кольцо, а вы будете забрасывать туда воздушные шарики. Алиса – белые, Максим – желтые. Чьих шариков больше попадет за 40 секунд, но тот победил. Готовы? Готовы! Так, Антон, ты чьи шарики будешь считать? Максима! А я буду считать шарики Алисы! Итак? 3, 2, 1! Поехали! Быстрей, 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 быстрей! Быстрей! Можно ближе подойти! Ой. Так! Так, один был! Так, так, еще. Что такое это? Так, Алиса, давай. О, 2, так, я считаю. Так, время-то идет. Ну что ж такое, Антон, может, ты будешь поддаваться немножечко? 3. Нет.
Обратный отсчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стоп, игра! Все, нет кольца. Ну что ж, я готов произнести результат Максима. Давай, давай, мне интересно. Максиму за 40 секунд удалось закинуть в кольцо 4 шарика! О, у Алисы тоже 4! Как, серьезно? Да. Ребят, ну и пели про дружбу, и знают про друга все, и победила сегодня! Дружба! Ура! Спасибо, что пришли в гости. Вам спасибо, что пригласили. Ждем вас снова. Приходите. А еще подписывайтесь на мой инстаграм. Хрюш, нижнее подчеркивание, класс. Там море классных фоток и видео. Подпишитесь. Подпишемся. Ребята, а вы живите активно и мыслите позитивно. Смотрите самый семейный канал «Карусель».